Нет такого? Нет. Подожди! Стой! Стой! Подожди! Эй! Стой, говорю! Ты что, с ума сошел? Лезешь под самую машину? Это я сошел с ума или ты сошел с ума? Что ты сделал? Слушай, это же виноград, не видишь? Что, что-то особенного? Щенок, ты! Как вы смеете? Смирно! Вы что, не подчиняетесь команде старшего? Серегин, ко мне! Убери этого старика, или я за себя не отвечаю! Я тебе покажу! Уходи отсюда. Подожди, слушай. Уходи, тебе говорят. Отойди, я тебе говорю. Уходи. Отойди! Ну, курепша. Вот еще. Давай. Ребята! Я тебе не покажу. Иди сюда. Иди, я посмотри. Посмотри, он что ты наделал здесь. Посмотри. Саша, а? Человеку ударил. Что ты сделал? Что? А? Что? Не видишь, что здесь виноград? Что у тебя дороги нету, да? А ты видел, что они у нас делали? Это они делали. А ты? Что? Фашистом стал, да? Иди сюда. Вот немецкий мальчик. Иди. Стреляй. Стреляй. Скажешь тоже. Что я, фашист, что ли? А виноград тебе не жалко, да? Это же... Живой, слушай, ему не больно, да? Ты его не сажал, ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь. Такой молодой, еще ни одно дерево не посадил. Такой сад портишь. Не стыдно тебе? Ну ладно, отец. Ты тоже лишнего на себя не бери, тут война, а не парк культуры. Пошли, отец. Давай назад. Давай танк назад. Поехали, Саш. Давай назад. Что мрачнее, отец? Мрачнее, говорю. Устал я, верно, товарищ старший сержант. Вот думаю я, какой стал теперь мой сын Кодерти? Он был такой добрый.